мама проснулась с утра, к Диме зашла, сказала, пойду тебе завтрак разогрею и приду за тобой. Мама разогрела завтрак, Диме натерла бы яблочко. Прихожу, а Дима спит. Да так сладко спит. Мне кажется, когда они спят, они такие сладкие, слаще даже. Даже они, мне кажется, пухленькие становятся, когда спят. Что там у тебя с ножкой? Да. А Дима взял и уснул. Мама проснулась, а Дима заснул. Тетя, а ты сегодня ноги изучаешь свои? Пальчики, да? Пальчики. На днях ты видел свою сестренку младшую? У вас разница целый год и 3 месяца, да? И у нее маленькие пальчики, да? Она совсем маленькая, да, Дима? Тут ты уже все весь повзирал, уже все тут вот Дима порвал эту, я шью новую. Она будет вот из такого вот материала. Да, чтобы он не ударялся мальчик никакими местами, да. Дима пойдет кушать, я тебе яблочко даже потерла. Че, опять оторвал что-то? Че там? Опять оторвал он. Будильник маме звонит, я его убрала. Чтоб он тебя не будил. Но я уже все разогрела. И яблочко тебе натерла. Знал бы, что ты уснул. Уснул там. Я бы тогда не разогревала. Яблочко тогда не терла бы. Но надо кушать. Пойдем? Чего? Костынка? Мокро. Мокро? Где же мокро? Нет, не мокро. Где ты мокро увидел? Жарко. У нас очень жарко, да, Дима? Жарко-жарко. Нитка. Нитка, что ли? Так это ты подушку там оторвал с этой стороны. Я тебе подушку приделывала. Вот точно с такой же вот тряпочной. Он ее оторвал. Положила ему другую. Вот я вчера сшила уже наволочку. Он ее выкинул. Я сегодня попозже вторую наволочку дошью. Потом их обе пришью. У него будет здесь уютно-уютно. Все в цветочек, да? Все в цветочек. Да. Подушечки будут. Чтобы Дима случайно не ударился головкой, когда здесь скакал. Да, поправляй, поправляй. Да, ты у меня такой умница. Везде ходит, все поправляет. Закрывает все двери. Да, везде убирается, ходит. Такой ответственный. Умный мальчик, да? Да, вчера даже хотел подмести, но так и не подмел, правда. Мама его позвала, мама на кухню, борщ делали мы вчера. Да, мама позвала на кухню, но он не успел, да, не успел. Мама отвлекла, ах, она такая. Зубки уже все на месте у тебя. Уже зубки все на месте. А был без зуба недавно. Да? Да, зайка моя? Красивый какой Дима. Дима красивый такой мальчик. Да? Пойдем кушать. Кушать пойдем? Пойдем.